Заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов теперь один из 118 тысяч жителей региона, полностью завершивших иммунизацию от коронавируса. Инъекцию вторым компонентом он сделал сегодня, как и полагается, выждав интервал в 3 недели между прививками. По-прежнему перед вакцинацией осмотр врача, измерение давления, температуры, сатурации, а после еще 30 минут под наблюдением медиков. Перед первой прививкой за месяц я сдавал тест на антитела. У меня они уменьшались. Я в сентябре месяце переболел. После первой прививки я там практически не чувствовал никаких болезненных ощущений. И у меня на следующий день было полноценное рабочее время. И вот по прошествии 3 недель я уже выполнил дисциплинированную вторую прививку. Вакцинация добровольная и бесплатная для всех желающих старше 18 лет, не имеющих медицинских противопоказаний. Особенно важна прививка для лиц с хроническими заболеваниями, людей старше 60 лет и для тех, чья профессия предполагает высокие риски заражения. Пациенты идут очень активно на прививку. Каждый день желающих примерно прививаем около 100 человек. Поэтому прививаем всех достаточно активно. Записаться на прививку можно как по телефону горячей линии 122, так и на портале госуслуг. Также можно позвонить по номеру телефона районной поликлиники и оставить заявку. Недавно в губернию пришла очередная партия вакцины «Гамковитвак». Более 23 700 доз. Сегодня новая поставка – 19 200 доз. Их уже распределяют в медучреждения области. Ольга Хамракулова, «События».